Голосование проходит честно? Мне кажется, что честно проходит. У нас всегда честно проходят в Южной Осетии. Мы честный народ и честно проводим голосование. Честно, объективно, ну, как положено. Очень даже честно. Очень хорошо сидят там представители всех кандидатов. Отмечают, расписываются. Я думаю, что честнее уже невозможно. По-моему, то, что я видел, все нормально там, без никаких нарушений. Столько представителей от каждого кандидата, так что будет честно. Скандалов нет? Нет, а вы что? Зачем? Человек делает свой выбор, за кем скандалить? Ну, по моему мнению, все идет чисто, прозрачно. Можно зайти и все увидеть. Голосование проходит очень спокойно, уравновешенно. Все так к тебе относятся хорошо. И голосуешь так, как ты хочешь. И как ты думаешь правильно. Сердцем. Сердцем, да. Ну, о честности и выборах сейчас судить не будем. Это покажет вскрытие. И честные они были или нечестные, это уже итоги. Посмотрим. Ну, сейчас пока никаких нарушений нет, я не могу сказать, что нечестно проходят. Ну, дальше будем смотреть. Как вы считаете, выборы честно проходят? Пока да. Пока да. А есть какие-то предпосылки к обратному? Информация есть, да. Какая? Ну, по результатам посмотрим. Голосование на данный момент идет честно. Выборы проходят в хорошей, конструктивной обстановке, я вижу. С радостью, с улыбкой люди ходят, выбирают свое будущее. Ну и слава, так и должно быть. Я думаю, что и результаты будут, не будут подделаны, и фальсификации не позволят себе никто фальсифицироваться. Вроде все проходит спокойно, никаких таких действий, которые бы указывали на нарушение закона Республики Южная Осетия, законов, которые определяют выборы президента Республики Южная Осетия, вот таких нарушений нет. Поэтому в целом все проходит спокойно, как это должно быть в принципе.